слушай меня внимательно. Никакого заявления не забирать. Все нормально было. Я, вот, да. Мы тут окопались. Никакого заявления не забирай. Все. Мам, я не забираю, понадобится мам. Деньги вывозить. Я тебе денег, Таня, дам, она перешлет. Ты выйдешь. Кредитов мам, не никаких надо. Не будет. Послушай меня. Мам, все хорошо. Послушай меня. Нас сказали... Послушай меня. Мам, ну, есть информация, что нас, возможно, будут выводить через два дня. Сюда едет начальство, сюда едет Гуревич и Головьев. И, короче, нас возможно... Все, ничего не бойся, ты понял меня? Мам, тебе уже бояться нечего. И Гуревича этого ебаного, блядь, и всего. Мам, я всех посмотрела, блядь. Крыс твоих тыловых, блядь. Мам, ты если поняла бы я меня? Я бы не ты понял сюда. Меня? Мам, я знал, куда я еду. Я ты знал, куда я... едешь? Ты пойми одно, ты знал, куда ты едешь. Ну не в боевые действия. Вы ехали на зачистку, а не на боевые действия. Мам, мы не мам. Чтобы вас крошили там, как винегрет, блядь. Мама, мы приехали не на боевые действия. Все, я тебе сказала. Мы приехали на войну, мам. Мы приехали просто в пекло. Просто в пекло. Нас просто наебали всех. Вот в чем ситуация. Вот, вас наебали, правильно ты говоришь. Сколько вас человек сейчас насчитывается, которые не забрали заявление? Ну, пока сейчас около 30. Кто вам вернет детей, блядь? Вот я что говорю, кто вернет? И здоровье ваше кто вернет? А деньги вам предлагают? Николай, пускай он эти деньги тебе в шопу, блядь, мама. Пускай на Гавайи светит, блядь.